С 2009 года появилась новая традиция – всем миром встречать наступление 22 июня с зажженными свечами в окнах домов и квартир в память невернувшихся с войны, зажигая свечи одновременно в 22 часа по местному времени. В 2011 году акция «Свеча памяти 22 июня» посвящается траурной дате – 70-летию с момента нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этот день в городах и селах России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, в других странах и во всех уголках русского мира будут молитвенно вспоминать десятки миллионов павших в годы Великой Отечественной войны. 21 июня в 15 часов в Елоковском Богоявленском кафедральном соборе города Москвы во время заупокойного богослужения будет торжественно зажжена общенародная свеча памяти по погибшим в Великой Отечественной войне и будет дан старт международной акции «Свеча памяти 22 июня». Представители общественных организаций, участники акции «Свеча памяти» примут участие в богослужении и зажгут свои свечи памяти от общей свечи, а затем торжественно перенесут огонь памяти на места проведения мемориальных акций, чтобы горящими свечами почтить в канун 70-летия начала войны память всех известных и неизвестных героев фронта и тыла, павших за други своя. И призовут весь народ зажечь в ночь на 22 июня на окнах домов свечи по числу невернувшихся с войны. Вечером 21 июня общая свеча памяти будет торжественно доставлена на Поклонную гору в Москве, где в 21 час начнется главная акция «Свеча памяти 22 июня». Негасимая свеча встанет на вахту памяти в зале памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны. Всю ночь и весь день 22 июня на Поклонную гору будут приходить москвичи и зажигать тысячи свечей. Третий год мероприятия акции «Свеча памяти 22 июня», ставшей за 3 года общенародной традицией, объединили 1477 городов и населенных пунктов из 76 регионов России.